Боже мой, опять? Опять только нет. Ребята, короче говоря, Винтик сейчас входит в медитацию, потому что понимает, он увидел то, что ему предстоит сегодня сделать, и он решил успокоиться, набраться силочек для того, чтобы все у него получилось. Поддержите его пальчиком вверх, друзья, это будет просто сумасшедшие крутейшие гонки. А наш Винтик уже немножечко отдохнул. Готов, Винтик? Ну, вроде махает головой, что готов. Ребята, отправимся и поехали. Фух, так, ну что? Наш парнишка уже готов, ребята, и начнем мы с какой машинки. У нас, кстати, сегодня будет много интересных траков. И давайте мы, пожалуй, начнем с трактора. А трактора мы начнем, ребята, в левую вон ту вот крутую горочку. Что там у нас будет за горка, интересно? Ах, ребята, тогда обязательно ставьте пальчик вверх, поддержите нашего винтельчика. Ох ты, лимузин длинный, какой туда хоть лезет? Нет, давайте все-таки попробуем на вот этом крутом джипе. Джип Lifeguard, да, в общем, джип, ух ты, ребята, чувак, хотя бы не утырит наш лимузин, посмотрите, как он тихонечко идет, а ну-ка, чувак, смотри, это мой лимузин, не трожь его, понял? Конечно, чувак, я просто иду себе купить чизбургер, ух ты, мне купи, окей, все, ребята, погнали, короче говоря, сейчас мы попробуем с вами, сначала вот этот вот крутой трек, ох ты, куда, нет, надо хорошенький разгончик взять. Так, сейчас, ребятки, сейчас все будет. Поперли, ребята! Ю-ху! Бэм! Боже мой! У-ху-ху! Вот это суперски было! Так, друзья, валяем кегли. Бэмс! Какие они тяжелые, да, мешают, конечно, нашему джипу ехать. Но мы, ребята, держимся. Ох ты, блин, блинский, стой! Фу, чуть не сварились. Вот, великолепно, так, продолжаем разгон, и бэмс, вот она, просто круто, ребята. Ой, не знаю, ребят, получится ли нет на этом джипе заехать, ах, наверное, нет. Ай-яй-яй-яй, ребята. Ох ты, ну давайте мы продолжим дальше, ребята, раз джип нас не смог заехать туда наверх. Ох ты, тихо-тихо, Винтик, давай, поднимаем тачку. Сейчас, ребята, развернемся, сделаем крутейший разгончик и поедем по этим дальше крутым трекам. Давай. Ох ты, боже ты мой, у меня даже мощности не хватает туда заехать. Да, конечно, джип, ребята, тяжелый, и расход бензина у него тоже огромный. Да, Винтик? Угу. А Винтик только, ребята, молча сопет и понимает, что вариантов у него других нету. Мы фух, проскакиваем. И здесь тоже. Ах! Проскочили! Ох, ребята, куда нас унесло? У-ху-ху! Вот он полет, так полет в чистое открытое море. Корабль! Ребята, нам срочно уже туда в корабль, чтобы мы добрались до берега. Так. Фух, выпрыгиваем, Витик. О, успел он выпрыгнуть. Боже, какое море теплое. Ребята, какое теплое море. Как же круто плавать в теплом море. Кто хочет тоже на море, ставьте пальчик вверх. Так, ну мы плывем сами, друзья мои. Да, к этому катеру. Или что это вообще такое? Ой-ой-ой. Так, ох, вот он, давай, Винтик, поплыл. Сейчас мы, ребята, доберемся до него и вылезем так. Вон, смотрите, пока там никто не уехал, нужно быстренько туда ехать. Давай, Винтик, что стоишь? Вот, отлично, молодец. Там кусок мяса лежит, Винтик, понимаешь? Ух, где? Здесь где-то. Да, Винтик, только на берегу. Как так? Ну вот так, Винтик, поехали. Нам с тобой предстоит еще много дел, а именно добраться как минимум вот сюда. До этого... Так, кстати, а этот катер... Вах, ребята, сейчас мы устроим настоящий полет. Просто-напросто мы этот катер сейчас разгоним и запрем вот туда, прям на этот трек. Вах, ребята, делаем разгон, подержите пальцем вверх. Ребятки-то подвидим, там внизу это будет несложно, мы взлетаем. Вах! Бух, прям на мяч, круто. Так, кстати, хотел у тебя интересно давно посмотреть, ребята. Вот это у нас как водичка, или это... Да, это водичка, туда прыгать нельзя. Или все-таки можно? Нет, прыгать туда нельзя, 100%. Так, ну что мы сделаем, ребята? Нам, короче, нужно как-то добраться вон туда. Как быстро, я не знаю, у нас получится туда добраться, но добираться надо. И, кстати, ближайшая тачка... А, вот, ребят, кстати, прямо по курсу у нас стоят те треки, которые у нас были... Который я выставил изначально. А пока наш Витик быстренько прогуляется футболом. Хо-хо, это Турция, ребята. Турция погнала, забивает гол. Бежит наш Винтик, молодец, давай, дружище. Ох, перескочил через мяч. Винтик немножко не рассчитал силу. Ох, здесь даже волна, ребята. Вы видели, как круто? Просто смотрите, это реально волна.
Вау! Вот это суперски. Я думаю, даже не думал, что мы здесь сейчас проплывемся. Опа, чувак здесь рыбу ловит. Давайте немножечко обойдем. Ну что ты, чувак, много рыбы поймал? Да вообще капец, что-то не ловится. Так слушай, ну обычно рыбу ловят удочкой, не руками. Да? А я не знал, я думал, рукой можно поймать. Эх ты, нубский, пошли, я тебе удочку дам крутую. У меня в тачке крутая, пойдем. Чё ты стоишь? Ну пойдем. Во, молодец, пойдем. У меня в тачке такая удочка, спиннинг. Сразу три щуки будешь ловить за один заход. Хочешь себе такую? Ну давай, показывай, что там у тебя. Погнали, бегом. Так, о, ребята, спасатели. Сейчас я поздороваюсь со спасателем. Эй, мужик, привет. Здорово, что надо? Да просто решил поздороваться. Погода классная. Ну так иди, все, давай купайся, понял, окей. Если что, я здесь. Давай, давай. Так, ребята, что у нас? Ух ты, на фиолетовой. Сейчас мы с вами покатаемся на фиолетовой спортивной точили. Так, что она, как она называется? Так, уже пора выучить эти все тачки. Так, ребятки, и мы сегодня сейчас попробуем на этой тачке заехать вот на этот вот крутой трек. Делаем разгон. Боже мой, нет, тачка, чё ж ты, боже мой. Вот, нормально, кстати, она хорошо приземлилась. Успешно, удачно. Так, ребята, пока все нормально, стоять. Ох, боже мой, где наш, кстати, трек? А, нам нужно заехать наверх. А для этого, ребята, сейчас немножечко мы сделаем с вами крутой разгончик. Так, делаем разгон. Давай, 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 винтик, давай, дружище, не подкачай нас. Ух, ребята, вы посмотрите. Ой-ой-ой, не хватило силочек на нашему винтику, что делается, ой. Фу, хоть тачка целая осталась. Ну как, мы немножко, ох, окон, без окон, без дверей, но зато на колесах. Это самое главное. Так, давайте немножко сдадим. Отлично. Или может быть получится, кстати, так с разгона заехать. Хотя, наверное, нет. Все-таки мы начнем, наверное, с этого угла. Так, а ну-ка стоять, где она здесь? Вот, отлично. Вот отсюда начнем, ребята. Фух, ну что, вроде приготовили, скорость мы набрали. Да, ребята, топит пока винтик наш. Вау, круто, это круто, вы посмотрите. Ох ты, боже мой, вообще великолепно. Да, получилось. Уху. Бэм. Боже, здесь эти вентиляторы. Ух, а туда мы съезжать не будем, оп. Аккуратненько, посмотрите, там, ребята, море теплое. Хох, я туда пока прыгать на этой тачке не хочу. Такс. А мы сейчас, ребята, на этой тачке попробуем с вами другой крутейший трек. Туда я просто не хочу прыгать, потому что мы... О, кстати, продолжаем, ребята. Продолжаем наверх. На новый трек. Давай, 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 машинка. Ай, ребята, ай-яй-яй-яй-яй. Просто такую тачку расцарапали, просто ужас. Так, ну ладно, для нас это не проблема. У винтика много крутых тачек. Да, винтела? Ох, у меня уже голова крутится, не кружись так. Хорошо, винтик. Фу, ребята, ну что, нашу тачку... Хотя, стоп, надо как-то феерически ее куда-то отправить. У нас есть наверху крутой трек, ребята. Так, и как мы туда попадем, как вы думаете, друзья? Сейчас будем придумывать. Фу, давай, немножечко разгончик нам нужен. Бэм, скеглю сбили. Вот так. Ну что, погнали. Бэм, с мячи все полностью раскидываем. Вот так. Так, аккуратно, винтик, вот это разгон, ребята. Ох, боже мой, со всей разгона просто стукнулись мы в этот кусок трака. Маленький такой кусочек. Кстати, ребята, давайте мы так по волне так погоним. Вах, смотрите, как круто получается. Ох ты, боже, мы что-то вообще вылетели. Бэмс. А, там водичка. Ох ты, боже, чел, извини, не хотел. Так. Стоять, нормально, ребята. Кстати, надо сейчас мы на следующем тачке нашей поедем вот сюда. И на чем мы поедем с вами? На лимузине. О, круто. Сейчас погоняем на лимузине, ребятки. Так, садись. А, спереди, куда, винтик? Стоп, ты куда бежишь, винтик? Винтик, куда ты садишься? Дай, на этой тачке еще погоняю. Какое? А ну вставай, вылазь давай, винтик, я тебе говорю, ты че? Нам нужно в лимузинчик садиться. Вот это, вот, садись. Побежал, ребята, видели, какой проворный. Дик-дик, я думаю, все, нормально. Я в эту спортивную тачку сел. Так, ну что, ребят, давайте мы покатаем наших ребят, которые здесь отдыхают. Так, ребята, бесплатно всех катаю. Экскурсия по морю, по теплому, просто теплейшему, крутому морю. Кто хочет, заходите бесплатно. Бесплатно, кто? Что, все? Не, ребят, что-то не хотят. Эй, чувак, ты хочешь? Давай, садись. Во, ребят, нормально, сейчас чувак нам сядет, но...
Он какой-то злой. Не хочу я туда его садить. Ой-ой-ой-ой-ой, что делается, ребята? Кажется, ох ты, волна. Ох ты, боже мой, наша тачка застряла. Так, а как же мы отсюда выберемся? Давайте будем выбираться, наверное, ребят. И, наверное, здесь нужно заезжать по этому самому. По боковушке трека. Вы представляете, ребята? По боковушке трека. Ну ладно, сейчас посмотрим, как у нас получится. Только теперь на другой тачке лимузин-то мы утопили. Ох и винтик, ребята. Сколько я на него миллионов трачу, вы не представляете. Смотри, чувак, как я умею. Хоп, через тебя перепрыгивать. Ху, круто. Ты так не умеешь. Так, ребята. Ух, кстати, на тракторе. Может, на тракторе проедемся? Давайте. Ну и, конечно, скорость у него не сильно-таки большая, но, тем не менее, он будет, я думаю, круто. Кстати, он потяжелее, может быть, и он будет с легкостью провозить, проезжать эти волны. Эй, чувак, ну аккуратно, смотри, я здесь на супер крутом тракторе еду. Ах, ребята, скорее всего, здесь ему скорости не хватит, но я попытаюсь. Ох, ты боже мой, все, наш трактор, походу, тоже все. Нет, все-таки пока еще едет. Ох, ребята, винтик... Давай, винтик, друг, давай, капельку там осталось проехать, ну! Винтик, давай, друг, ребята, что-то винтик нас вообще все тачки потопил, вы представляете? Так, ну ладно, поехали тогда. Кстати, здесь что-то, я думал, здесь какая-то дырка, нужно было бы ее исправить, но нормально. Давай. Вот так, винтик, силач, молодец. Сейчас, ребята, значит, что мы сделаем? Испробуем все-таки другую нашу тачку. Остался у нас Маквина. Маквина, я лечу к тебе, мой друг. Так, бэмс, стоять, запрыгай. Вот это крутая точила. Быстрая, спортивная, суперскоростная. Так, я надеюсь, сейчас, ребята, мы возьмем хорошую скорость и постараемся поехать. Вот так, давай, да куда ж ты, боже мой, дружище. Нет, ну, ребята. Все, Маквина тоже. Вот это да, все тачки потопил. Ох ты, боже мой, что делается, а? Маквина, что там, все, да? Ну, поплыли, ребята. Все тачки потопили. Ёбаки, нужно хотя бы последнюю тачку фиолетовую. Так, а что мы сделаем? Давай, бэмс, отсюда мячик мы уберем, ребята. Так, кто футбол, ребята? Кто футбол играет на крутом поле? Подходите. Так. И осталась последняя тачка фиолетовая. Давайте мы на ее, ребята, постараемся со скоростью, да, поэтому по этой стороне сразу пролететь. Во, я думаю, у нас получится. Так. Чувак, ты ко мне? Ох, ребята, что-то боюсь, чувака. Он так смотрит на меня? Нет, все нормально. Он пошел в магазин за мороженкой. Ну, а мы погоним. Эй, аккуратно, ребята, ну че вы? Перелетаем просто. Бэмс, есть, ребята. Ох, ты боже мой. Эти волны, вы видите, ребят, как их выносят. Но мы все-таки проезжаем. Уху! Круто, делаем крутой разгон. И теперь просто гасаем. Во! Просто, ребята, смотрите, мы по забору едем. Вот это да. Фу, круто, я такого еще не видел. Давайте проедемся дальше, ребята. Посмотрите, как мы едем, друзья. Честно говоря, первый раз я так и езжу на этой машине. Под забором просто. Ох ты, винтик, выпрыгивай. Боже ты мой, тачка вообще улетела. Так, а где наши... О, кстати... Винтик, давай, поднимайся, дружище. Поднимайся, так. Залазь туда. Сейчас мы отсюда выпрыгнем. Так, ребята. Давай. Дружище, да куда ж ты? Вон, прямо буёк. Здесь вылазить можно, вылезть-то с-под воды. Что-то наш винтик, ребята, захотел покупаться, походу. Так. Вот, отлично. Фух, да давай, запрыгивай. Ребята, что там винтик у нас устал, наверное? Так, и как же нам туда запрыгнуть, на эту горочку-то? Ребятки, как вы думаете? Я, честно говоря, тоже еще не знаю, но сейчас делаем разгон. Фу! Ой, я не могу, ребята. Винтик, давай! Делай попытку номер 5. Ох, какая волна, ребят. Ой-ой-ой, боже мой, здесь хоть шторма сейчас не будет. И бух! О, давай, винтелло, ребята, что-то не получилось с него запрыгнуть. Ладно, сейчас мы быстренько пойдем на бережок. Ух, какая платформа, боже мой, винтик, тебе хоть там нормально будет? Да, давай, быстрее уже, поплыли до берега. Погнали. Давай, что ты стоишь, винтик? Погнали, вот, отлично. Фух, ребята. Погнал, винтик, молодец. Теплое море, ребята, всем хочется поплавать. Так, о, кстати, вот буйдёк, надеюсь, с него мы сможем допрыгнуть или нет? А ну давай. Вот, молодец. Давай, запрыгивай сюда.
Вот так, ребята, перепрыгнули. Фух, вы видели, как круто? Вообще суперски. Ха-ха-ха, нормально. Так, ребят, ну чё? И сделаем мы сейчас, никто еще не знает, что мы на самом деле, винтик у нас полицейский, вы представляете, ребята? Ха. Мы сейчас сядем в эту спортивную, нет, это не спортивная, а крутая полицейская тачка. Шериф. Сейчас мы включим в себя роль шерифа, кстати, не знаю, как здесь мигалки включать. И, ребята, с разгона мы сейчас постараемся заехать просто туда, в этот парк крутой. Ох, полиция, всем в сторону, расходитесь, ребята, шериф ебнет. Да, шериф у нас замечательно ездит. Просто летает по городу, разве это шериф? Ну, а как вы думали? Так, ну что, у нас здесь все нормально. Кстати, все подходите, всем раздаю бесплатно мороженки, всем покупаю. Ребята, бежите сюда. Ну куда вы, стой. Слушай, у меня мороженка крутая, я сейчас угощу, иди сюда. Ну, совсем бесплатно. Шериф, я вас боюсь. Ну да, боятся нас что-то, ребята. Ну что ж, ребята, пока наш винтик сядет, отдохнет, почитает немножечко книжечки, может здесь есть винтик, но ты аккуратнее будь. Почитает книжки какие-то интересные, может быть что-то своему ребенку присмотрит. А вы, ребята, не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на канал и смотрите другие видосы. Всем до новых встреч, пока-пока, ребята!